Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на канале «Мир детских увлечений». Предлагаю вам подписаться на мой канал, чтобы вы первыми могли видеть видео мастер-классов, которые я для вас готовлю. Сегодня мы с вами будем делать интересный браслет «Зигзаг». Для его изготовления нам понадобятся резиночки трех цветов. Я выбрала черные, белые и зеленые. Из инструмента нам понадобится станочек, две полосы станка которого закреплены таким образом. Ближняя полоса отверстия смотрят вправо, а дальняя полоса станка отверстия смотрят влево. И, конечно же, крючок. Приступим. Скажу сразу, что использовать мы будем 6 столбиков. 3 на ближней полосе и 3 на дальней. Приступаем. Берем черную резиночку, набрасываем ее на 3 столбика ближней полосы, перекручиваем восьмерочкой и набрасываем на 3 столбика дальней полосы. Вот таким образом. На вот эту вот перекрестие это резиночек сразу предлагаю надеть застежку. Вот таким образом. Просто зацепить ее, пусть она там болтается внутри. Она нам не будет мешать. Так, немножечко опускаем нашу конструкцию. Следующие резиночки мы будем использовать зеленые. Теперь набрасывать будем их на попарные столбики, которые находятся друг напротив друга. Вот таким образом. Теперь перебрасываем нижний слой резинок, то есть черные резиночки, внутрь станочка. Вот таким образом. Все перебросили внутрь. У нас получилась вот такая фигурка. Опускаем зеленые резиночки. Теперь набрасываем черный слой резинок. Набрасываем на первый столбик, используемый ближнего ряда. Захватываем, обводим через второй столбик дальнего ряда и забрасываем на третий столбик ближнего ряда. Вот такая форма получается. Вторую черную резинку набрасываем в зеркальном отражении. Вот таким образом. Теперь нижний слой резиночек перебрасываем внутрь нашего станочка. То есть зеленые резинки в данном случае мы перебрасываем. Опускаем нашу конструкцию. Теперь мы будем использовать белые резинки, которые мы набрасываем попарно на парные столбики, расположенные друг напротив друга. Теперь нижний слой резиночек, то есть черные резиночки, мы перебрасываем внутрь нашего станочка. Вот так. Чтобы на столбиках остались только белые резиночки, которые мы тут же опускаем и набрасываем черные резинки таким же образом, как и в предыдущий раз. Вот так. Теперь мы снова перебрасываем белые резиночки внутрь нашего станочка. Вот так мы и будем чередовать. Черные резиночки мы всегда набрасываем треугольничком в зеркальном отражении, а белые и зеленые резинки мы набрасываем на парные столбики, расположенные друг напротив друга. И чередуем слои. Черные треугольником резинки, белые попарно, снова черные треугольником, зеленые попарно. Вот в такой последовательности. И предлагаю вам плести дальше.
Плетение достаточно простое, очень понятное, поэтому нет смысла его очень долго объяснять. Так, продолжая плетение, я сплела вот такой красивый браслет. Зигзагом повторяются белые и зеленые полосы, которые разделены черными полосками. Вот такой замечательный браслетик, очень оригинальный у нас получился. Теперь я покажу вам, как мы будем оканчивать такое плетение. Надеваем резиночку на крайние правые столбики, снимаем зеленые резинки на черную. Теперь перебрасываю в ближнем ряду на следующий столбик черную резинку и в дальнем ряду. Ой, очень аккуратно нужно подвинуть. То же самое, снимаю зеленые резинки на черную. Теперь подвигаю черную резиночку на следующие столбики. И снимаю зеленую резиночку, зеленые петли на черную. Вот таким образом. Мы все зеленые петли сняли на черную резинку. Теперь снимаем черные петли на крючок. Выводим наш браслет из станка, он больше станок нам не понадобится. Теперь, как обычно, продеваем пальцы в эти две резиночки, растягиваем их. Застежечку, которую мы одели на первую резинку, мы набрасываем на вот эти две резиночки и снимаем пальцы. Вот такого плана застежка у нас получилась. Такой браслетик зигзаг, очень колоритный, нарядный, очень интересный у нас получился. Если вам понравился этот видеомастер-класс, я предлагаю вам ставить пальцы вверх, подписываться на мой канал. В этом случае вы сможете получать видеомастер-классов, которые я для вас готовлю в первую очередь.